Всем зрителям, подписчикам привет! Сегодня начинаем монтировать теплицу. Арочная крепыш 3 на 8 на брусе с коньковыми фрамугами, с дверями. Пока приехали, все разгрузили и начнем сейчас монтаж. Теплицу установили, накрыли поликарбонат. Три листа сейчас будем устанавливать форточки и далее будем крыть форточки. Завершился у нас монтаж. Напоминаю, строили сегодня арочный крепыш 3 на 8. Каркас теплицы сделан с профильной трубы с 20 на 40, поэтому крепыш. В середине установлена арка фермер для большей жесткости конструкции. Покрашено все полимерно-порошковым способом, цвет шоколад. Стоит все на брусе, брус 100 на 100. Обработан антисептиком и закреплен к земле с помощью якорей. Также имеются две коньковые фрамуги на ручном управлении. По торцам у нас двери с форточками. Диагональные усилители для также большей жесткости конструкции. Поликарбонат. Здесь использовался 4 мм, плотность 0,8. Все торцы защищены торцевым профилем. Вот такая отличная. А главное, очень прочная и надежная теплица у нас получилась. У меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы. Всем пока.